Получение новых лекал. Для вызова лекал базовых основ и конструкций, созданных в программе Design, необходимо в закладке лекала функционального меню выбрать команду «Выполнить проект». Включаем режим выбора проектов из дизайна. Выбираем группу построений и в ней нужный проект. Выбираем лекало для экспорта и устанавливаем размеры для экспорта. Часть размеров, всю разводку или один базовый размер. Выполняем экспорт лекал. Конструктор может изменить параметры выбранного построения, то есть изменить исходные данные проекта. Для этого необходимо открыть таблицу исходных данных. Здесь в закладке «Обмерные» находятся обмерные признаки фигуры для этого построения. Прибавка и константы – это конструктивные прибавки и постоянные величины. В закладке «Переменные» – данные, полученные расчетным путем формулы методики. Можно изменить, например, прибавки для перестроения проекта по новым данным. При передаче лекал для неразмножаемых величин, например, прибавок, выходит запрос отсутствующих, недостающих данных для всех размеров, кроме базового. Можно установить другие значения для текущего размера, либо просто подтвердить введенные данные. Если диапазон размеров модели конструктора превышает диапазон дизайна, либо вообще эти размеры не совпадают, на экран выходит сообщение о том, что размеры текущей модели в конструкторе и база обмерных данных в программе Design не совпадают. При этом возможен экспорт только одного размера, а для передачи всей разводки нужно задать таблицу соответствия размеров. Здесь, поочередно указывая исходный размер дизайна и соответствующую ячейку размеров конструктора, заполняем таблицу размеров. Можно отключить запрос недостающих данных для каждого размера, а затем выполнить передачу лекал. Выполняем организацию лекал на экране и оставляем на экране один базовый размер. Полученные лекала являются безымянными. Для сохранения в модели их нужно именовать. В окне параметров для лекал из дизайна прописывается название проекта и исходное имя данного лекала. В списке лекал модели лекала из дизайна помечаются буквой D.